В интернете сегодня появилось видео, как в Полоцке автомобиль въезжает в толпу людей. Инцидент случился накануне на остановке общественного транспорта. На кадрах видно, как машину занесло и развернуло. После этого авто задним ходом въехало на остановку, где находились люди и стоял автобус. Машина сбила нескольких человек, а после столкновения водитель попытался скрыться. В ГАИ сообщили о задержании шофера. В результате инцидента никто не пострадал. ГАИ проводит проверку. Информация о происшествии поступила в дежурную часть Полоцкого РОВД от очевидца события. С места ДТП водитель сразу же скрылся. По данной информации оперативно были сориентированы все наряды, несущие службу в городе и районе. В ходе поисковых мероприятий водитель автомобиля был задержан сотрудниками ГАИ по месту жительства. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль, на котором мужчина совершил наезд, правоохранители обнаружили брошенным на улице в километре от дома. На водителя составлено 7 административных протоколов. Ранее он уже был лишен прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.